Привет! Меня зовут Анна, и я основатель и владелица студии умного тела и растяжки HappyFlex. Все началось, в принципе, довольно давно. Около 3 лет я протанцевала в одном танцевальном коллективе, и, к сожалению, я травмировалась. Тянулись мы сами, в принципе, нас никто не контролировал особо. И болела у меня нога около 5 лет, наверное. И после 3 лет я ушла в другой спорт, это был пилон. И там я столкнулась с совершенно другим отношением тренера к ученику. Там я увидела, что тренеру вообще не все равно на меня, что он внимателен, что он болеет за меня, что он постоянно меня может где-то подправить. И это был огромный контраст. И для себя я решила, что если я когда-либо буду тренером, когда-либо у меня будет своя студия, то мое отношение к ученику, оно будет таким же. Там же, в этой же студии, я пошла на растяжку, и для меня открылось, что, в принципе, все, что я делала до, это было неправильно. Что, оказывается, есть верные и безопасные упражнения и положения. Это очень глубокая тема. И через какое-то время я уже, вдохновившись этим, потренировавшись долго, обучившись, я открыла свои группы по растяжке. И сделала так, чтобы каждому ученику в своей студии я могла уделить достаточное внимание. У нас в студии только 6 человек всегда занимается, не больше. Мы принципиально не берем групповые тренировки, большие залы, потому что 6 человек – это то количество людей, когда ты можешь, оптимальное количество людей, когда ты можешь посвятить достаточно времени человеку, чтобы у него был результат. И сейчас у нас благополучно работает студия в центре Петербурга. Все группы у нас почти заполнены, и мы открываем следующий зал и планируем открыть еще 2 на севере и на юге. И после этого уже идти не по России, а по Европе и Штатам. Просто потому что мы хотим нести нашу философию в мир. Потому что, в принципе, изучив и европейский рынок, и рынок Штатов, мы поняли, что вот этого вот сегмента там не хватает. Там есть либо что-то совсем дешевое и очень массовое, либо что-то очень эксклюзивное и очень дорогое. А у нас как раз такая золотая середина, когда человек получает результат, внимание, и при этом платит довольно адекватные деньги. Еще один важный момент. Наша студия работает скорее по философии йогической, чем по философии гимнастической, если она, конечно, у них есть. Мы каждое положение проверяем. Тренер контролирует ученика, насколько он правильно выполняет упражнение, поправляет его, тянет его на каждом упражнении. И, в принципе, мы учим не просто тянуться, не просто сажаем на спагаты бездумно или там тянем спины. Мы учим слышать и слушать свое тело, учим правильно дышать, расслабляться, любить свое тело, в конце концов, что важно. И сейчас мы ищем инвестора, и что важно, мы ищем не просто деньги в свой проект, мы ищем скорее даже наставника, который готов будет с нами развивать не только бизнес в России, но и идти вместе с нами за рубеж, выходить за рамки и нести пользу для людей, да, то есть это не просто бизнес, это не только о деньгах, это о плюсах кармы в том числе, это о том, как ты можешь быть полезен этому миру, потому что видеть, как люди счастливые выходят с тренировки, это дорого стоит. Поэтому мы очень ждем ваших предложений и ждем вас в нашей студии.